Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. В Туве идет переучет лошадей. Породный переучет лошадей тувинской породы ведет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Тувы совместно с администрациями районов республики. Работа ведется в рамках реализации государственной политики в сфере сохранения и развития тувинского табунного коневодства и приоритетного проекта «Тыва-Ат», разработанного в ведомстве по поручению главы Тувы. По последним данным, обследовано 8 табунов в личных хозяйствах Авюрского, Пихемского, Мангунтайгинского районов и крестьянско-фермерских хозяйств Эрзин и Дисхемского районов. Процесс чипирования прошли более 400 голов лошадей тувинской породы. У них взяты образцы анализа крови, луковиц волос и направлены на исследование в НИИ коневодства в городе Рязань. Также прочипированы более 350 голов спортивных лошадей. Реализуя проект «Тыва-Ат», разработанный до 2020 года, правительство Тувы планирует добиться повышения эффективности отрасли воспроизводства и сохранения чистопородного разведения лошадей тувинской породы, увеличение производства высококачественной конкурентоспособной продукции коневодства, роста популярности конного спорта и туризма в республике. Отмечается, что общее финансирование проекта составит около 32 миллионов рублей. Помимо республиканского бюджета будут привлекаться средства из внебюджетных источников. Сегодня сотрудники госавтоинспекции Тувы совместно с активистами Общероссийского народного фронта провели акцию в память жертвам ДТП. Козельская молодежь также приняла участие в профилактических мероприятиях и акциях, приуроченных к этому дню. Своим участием в акции памяти жертв ДТП дети продемонстрировали неравнодушие к проблеме дорожно-транспортного травматизма. Отметим, что с начала текущего года на территории Тувы в дорожно-транспортных происшествиях погибло 85 человек, 700 получили ранения. В ДТП с участием детей погибло 3 ребенка. 90 детей получили травмы разной степени. Автоинспекторы надеются, что проведенная акция заставит всех участников движения вспомнить о погибших в ДТП, задуматься о масштабах аварийности на дорогах, о потенциальном риске, которому они подвергаются в случае невнимательности или сознательного нарушения требований правил дорожного движения. Это довольно высокий показатель смертности от ДТП на дорогах нашей республики. Конечно, причина ДТП – это несоблюдение правил дорожного движения и самое, как сказать, серьезное нарушение ПДД – это управление в нетрезвом состоянии. Потому что именно в этих дорожно-транспортных происшествиях наступают более тяжкие последствия. Практически каждый второй погибший – это именно при ДТП с допущенным пьяным водителем. Глава Тувы предложил укрепить трудовую дисциплину среди чиновников с помощью IT-технологий. Кабинеты руководителей республиканского и районного уровней в Туве, возможно, будут оснащены системами видеосвязи, которые одновременно послужат и средствами контроля, и эффективности постройки рабочего дня управленцев на государственной службе, а также даст возможность стать участником совещаний в правительстве или обсудить вопросы межрайонного взаимодействия, не выходя из своих рабочих кабинетов. Отчасти система закрытой интерактивной связи между структурами и уровнем власти в Туве уже выстроена в рамках информатизации и внедрения каналов межведомственного документа оборота. Система реализована на базе автономного сервера правительства Тувы. В данный момент видеосвязью объединены только конференц-залы регионального правительства и районных администраций. Она используется главным образом при проведении совместных совещаний. Теперь к этой системе подключат и кабинеты председателей районных администраций. «23 ноября 2017 года состоится вебинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему госзакупки, госзаказ. Организатором семинара выступает Центр поддержки предпринимательства республики совместно с Центром профессионального образования Байкальского государственного университета экономики и права. В ходе вебинара будут рассмотрены такие вопросы, как правоприменительная практика в сфере закупок, участие субъектов малого предпринимательства в закупках, основы работы на электронной торговой площадке». Кроме того, затронуты и вопросы видов электронных торговых площадок, этапы участия в открытом аукционе в электронной форме, также особенности поиска аукционов, составления и подачи заявок, порядок направления ценовых предложений. По сообщениям официального сайта Министерства экономики региона, участие в вебинаре бесплатное.
и о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 99 копеек, евро 70 рублей 71 копейку. Валерий Гаркалин, Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко в комедии «Страсть Аполлона». 21 ноября в Национальном театре. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0012. Так, стиральная машина Bosch с загрузкой 7 килограмм всего за 2166 рублей в месяц. РБТ.ру. Е капиталын пажин садып паза тудып алырынга ажыгларынга тузалар биз. Сез 800-700-5-10-2. В Пихемском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Накануне вечером в дежурную часть полиции Турана поступило сообщение о том, что на 741-м километре автодороги Р-257 Енисей произошло дорожно-транспортное происшествие. Наезд – настоящее транспортное средство. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась 35-летняя пассажирка автомобиля марки ВАЗ. Еще два пассажира данной автомашины в возрасте 17 и 27 лет доставлены в Пихемскую районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Установлено, что 33-летний житель села Суш-Пихемского района, управляя автомашиной марки ВАЗ, недалеко от села Уюк совершил столкновение, состоявшее на проезжей части в попутном направлении, автомобилем марки УАЗ, водителем которого является 51-летний казлычанин. Данное транспортное средство находилось в неисправном состоянии, в связи с чем водитель УАЗа, согласно правилам дорожного движения, включил аварийную сигнализацию на автомобиле и выставил аварийный знак. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка. В тот век Всемирному дню педиатра и ребенка, который ежегодно отмечается 20 ноября, прошла конференция врачей-педиатров на тему актуальной проблемы педиатрии. С поздравительной речью в честь детских врачей выступил министр здравоохранения Тувы Орлан Дангак. Он отметил, что не зря объединили два праздника в один день, ведь день ребенка напрямую связан с хорошей и слаженной работой врачей-педиатров. Так в этот день отметили почетными грамотами главы правительства, парламента и Министерства здравоохранения лучших врачей в области педиатрии. Также в ходе конференции отметили ветеранов педиатрии, которые большую часть своей жизни посвятили здоровью детей. В настоящее время и медицина в плане новых технологий лучше, и родители стали активнее в плане здоровья своих детей, отмечает ветеран тувинской педиатрии Руспай Диспилдей. Особо, может быть, и обследований не было, но в последнее время, конечно, появились инфекции, вот такие вот, которые в те годы мы вообще не обращали. Может быть, и встречалась, но не диагностировалась. Вот цитомегаловирусная инфекция, инфекционный мононуклеоз, ну, грипп, потом вот это вот птичий грипп, да, свиной грипп, в то время ведь об этом тоже не говорилось. И появился вот ВИЧ-инфекция. Раньше ВИЧ-инфекции никто не слыхал, никто не знал, что такое существует. Но в настоящее время и ВИЧ-инфицированных также среди детей имеются уже больные. Кроме того, на конференции обсуждались вопросы так называемых новых заболеваний у детей и позитивная тенденция рождаемости на территории республики. Также затронули вопросы о состоянии педиатрической службы Тувы на сегодняшний день. К сожалению, врачей-педиатров у нас не хватает. В этом году в нашу детскую больницу мы приняли 24 педиатра. Педиатрических участков у нас 42 педиатрических участка. Нет, это только по городу, да. По городу у нас прикреплено свыше 42 тысяч детей. И при этом на каждый педиатрический участок превышает число детей прикрепленных, норма 800 детей. А у нас есть участки, особенно участок левобережных дач, там у нас 1800 с лишним детей. Подобные мероприятия в области педиатрии проводятся ежегодно, и главная их цель – объединение совместных усилий и принятие системных мер, направленных на снижение распространенности факторов риска среди детей, в частности, новорожденных, также раннее выявление хронических заболеваний.
Сегодня в Кызыле стартовал международный фестиваль юных математиков. Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки Республики, Тувинский институт развития образования и повышения квалификации и региональное отделение Ассоциации учителей математики. Фестиваль нацелен на международное сотрудничество с Монголией и соседними регионами Республикой Хакасия и Красноярским краем по развитию математического образования и поддержке одаренных детей. Всего в математическом состязании приняли участие 9 команд из Монголии, Красноярского края и Тувы. Сразу же после торжественного открытия юные математики перешли на выполнение письменных работ. После школьников ждала командная защита проекта по предмету. После двух заданий три команды победителя первого этапа перешли на выполнение заданий высшей лиги. Сегодня в Кызыльском колледже искусств прошло торжественное мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею художественного отделения образовательного учреждения. Напомним, что в Туве основу профессиональной музыкальной и сценической культуры заложили советские специалисты, которые приехали в республику в 40-е годы для оказания помощи в работе театрально-музыкального училища и становлении молодой национальной культуры. В 1947 году открывается первая детская музыкальная школа, ныне детская школа искусств имени Нади Рушевой. Дальнейшее развитие культуры Тувы и потребность в подготовке национальных кадров привели к созданию училища. Наш колледж был основан в 1960 году как Кызыльское музыкальное училище. Так, при музыкальном училище в 1967 году открывается художественное отделение. В этой связи музыкальное учреждение переименовывают в Кызыльское училище искусств. К 50-летию художественного отделения в колледже искусств имени Чергалола прошел торжественный концерт, где выпускники и нынешние учащиеся продемонстрировали для зрителей свои работы и таланты. Так, в полувековой юбилей педагогов и воспитанников колледжа поздравили и депутаты Верховного Хурала Республики. Уважаемая Евгения Геннадьевна, уважаемые преподаватели и студенты художественного отделения Кызыльского колледжа искусств, от имени Верховного Хурала парламента Республики Тыва разрешите поздравить вас с 50-летием художественного отделения Кызыльского колледжа искусств. В развитии искусства в Туве большую роль всегда играли профессионалы своего дела. Таких специалистов в республике готовит только Кызыльский колледж искусств. Среди отделений учебного заведения особое место занимает ваше отделение. У истоков образования отделения стоял Сергей Ланзы, заслуженный работник и художник РСФСР. Выпускники художественного отделения училища составляли основу Союза художников Тувы, также основанного Сергеем Ланзы. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом и стабильной работой. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! «Отличные наличные» – займы до зарплаты. В ближайшие сутки по республике переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность без осадков, местами туман. Ночью -21, -23 градуса. Днем -10, -15 градусов. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма.